Еще сейчас заказ на десяток. Всем здорово. Еще раз. Генерал поймал вот такую воблочку. Прям отличную. Что, у меня червей нету, блядь? Прям хорошая. Червяков нет. В общем, вот так вот. Ну, надеемся, все, бочечку сегодня добьем. Че, Ромик, как дела? А так, по мелочи. По мелочи, да? По мелочи, что не видишь? Ну что, поклевка идет своим ходом, так что вот так вот. Прям на ура. Михалыч там закидай, тоже что-то колдует. Сейчас я. Начали я плюну еще вообще бы такой. По стариночке, да? Да. А, у нее запуталась тут. Да. Вода прибывает. Вон уже здесь водичка. Вчера ее не было. А там вообще. Вода уже прибывает. Тычки были на сухом месте, уже смотрите сами. О, поклевка у меня. Поклевка у меня тут. Поклевка, да? Сейчас я поплыли, потом. Не, она может будет. Маленькая. Видишь, вода поднялась, и она съебала. Что-то прям... Что-то прям тут что-то... Макс поймал здоровое. Крокодила. Крокодильчик точно, наверное, есть. Вытащить лезь, не может. Да? Сазан. О! Сазан, сазан. Сазан, да? Сазан, сазан. Нихуя. Вау. Сазан. Сазанчик, ё-моё. Вот сон. Хороший. Красивенький, да. Я поймал. Ты на ту штуку, что ли, кидал? Нет, на чердопарыша. Опа. Облушечки. Хорошая воблуха. Опа, хорошая, смотри какая, а? Зачетная прям воблуня. Друзья, хороший, с икрой. Баблушечка прям добротная. О, Михалыч взял. Ого, поклевочка какая грубая. Поклевочка грубая. Что-то, блин, поклевка была сильная, но что-то там, по-моему, это. А, не, нормально. Нормальная баблуша. О, шуршавенькая. Красота. О, опять икру, смотри, выкидывает. Смотри, не давлю ничего. Ты, походу, вот попал, выкидывает, да? Сама. В роддом попал, походу. Икра у нас лезет с нее. Михалыч карася большого взял. Лапать. Генерал, ты чё, бля? А чё это вот так? Вобла нормально взяла, а это... А это пузом, бля. Насадил. Вверх этим. Да-да-да. Вверх головой. Тише. Я говорю, кобра, а не нахуй, покешь, говорит, да? Да. О, а ты говоришь, смотри, вот, две штуки. Я ж не выдержу. Все выдержу. Да я ж не про это говорю. Только, да? Зачетная. Ты мне кинул, да? Да, да. О, тоже двушечку взял. Пап, еще там вон. Богу понятно, я не знаю, да, это еще. Что там, мелкая, да. Михалыч, тоже две взял? Я три хотел, блядь. Крючка больше. О, подписчикам покажи, подписчикам. 150 грамм. Ну, сейчас
блядь. Друзья, астраханская рыбалочка вообще классная. Прям вообще зачет. Что, друзья, время обед у нас. 12 часов по-астрахански. А по-нашему 11. Пловчик вчерашний. Вкусный очень. Сейчас пообедаем и будем дальше продолжать рыбачить. Опа. Нахуя, масло. На, пап, держи. Не, всю ли рыбу по-любому пожарим. Да, карась. О, Тёмик взял леща. Ну, покажи, ребята. О, лещуган. Даже тапочек не пожалел, окунулся, блин, ну взял. Ради вот этого все что угодно. О, и Тёма, у Тёмаса. Хорош. Ромарио. Он постоянно ноет, нету, говорит. Пойдет. Ехал только в Ростов. Вот это улов, опять трешка, ё-моё, Ромик, ну что ты, блин. Давай, помогу. Отцепить надо, подожди. Давай. Буду, да, отцепи крючочек. Денег нету, как нам ехать? Да, сейчас. Это никого не волнует? Нет, у нас через тебя, Макс, на блок крючочек съесть. Ну и есть. Так, а потом, ты призывайся с Батайска. Друзья, смотри, какая облачка, а? Красивая. Тебя в Батайске привозят, ну, в Ростов, ну, в область. Я покупаю. Так, ну я снимаю, себе ложу, да? Правильно? Российский тебя, ну, это никого не ебет. Артём, ты прописан. Обратно же зацепится. О, хорошее облачко. Прям зачет. Вот такие вот все были в одна в одну. Вообще. Друзья, три кого бы. Крупная. А кушара, блин. Кушара? Угу. Один окунь одного было. О, блин, заглотил, да понятно все. Еще на эту грудочку. О, блин. Черт. Да. Оп. Тройничок, бля. Чуть не убежал, а? Это карась. Это первый такой крупный, который я поймал. Это карась. Карась? Он как будто килуха, да, блин? Ну да, добротный. Да. Посмотри, блин. Оп-оп. Ну да, почти по локоть. Сколько уже? Литров 60 набил? Ну, полтинник полный. Полный? Да. Нормально. Что там, Ромик, что там?
Лещ, да? Так я даже его не этот, как бы. Тоже. Еще не, блядь, не закинул ничего толком. Так. Короче, Ромик, блин, по лещам тут вообще нормально отрывается. С укорочкой, да. А червячка с хвостиком, понял? Да. Что, поймал тоже? Что, надо присолить, наверное, да? Наверное. Что, присолим? В общем, друзья, завершаем мы свою рыбалку астраханскую. В общем, вот так вот все, собираемся. Воблу упаковали, замариновали. Сейчас вот карасиков. Кто? Хорошие карасики. Астраханские караси. Да, красавцы. Что, воды налить туда? Да, туда он забрал. Она как разлится. Ну, с озера, да? Вот так вот. Ну, набери. Это кажется. О, мокрая. Она же впитывается. Ага, вот. Так что, пирожки на вас? Чтоб дорогу. Живой был. Надо ехать 1100. Че? Надо, чтобы доехали. Нет. Ну хватит. Выживут. Не разольется вода? Да. Она мочит что это? Салфетку помочи. Вон вода. Еще место. Хочу место. Дайте эту белую. Вот тот? Там, белый там. И ну, можешь под низ завернуть, да? Спереди. Вот. Преобразователь, заряжает телефона.
Вода постепенно приходит. Поднимается уровень. Ну что, друзья, пробыли мы здесь 3 дня, получается. Вот в понедельник приехали, сегодня четверг. Вот, уезжаем. Мы уезжаем пораньше, потому что передают дожди. И как бы, ну не хотелось бы в дожде здесь сидеть. В общем, вот так вот. В общем, такая вот была рыбалка у нас. Кому это видео понравилось, как всегда, пальчик вверх ставим. Также не забываем подписываться на канал. Ну все, с вами был Максим, канал Рыбалка в кайф. Анатолий Михайлович, мой отец, Ромка, Тёма и Михайлович. В общем, все, давайте, всем пока. Друзья, в общем, приехали мы домой с Астрахани уже. 6 утра у нас сегодня, пятница, 6 число, 6 мая. Вот, привезли мы бочку, довезли. Сейчас вот ее рассол вылили, которая, в чем она солилась. Вот, высыпали в тазик. Уже подраздал пока, заехал же домой, там соседям подраздал где-то, не знаю, штук 100, наверное, отдал. Ну все, вот. Сейчас мы ставим под гнет, сутки постоит, через сутки начнем вымачивание и развешивать, сушить. В общем, вот так вот. Рыбалка очень понравилась, было классно, тепло пару дней, а потом уже начало это к дождю дело идти, и мы уехали, в общем. А так все, отдохнули шикарно, отловили шикарно, короче. Ну... Астраханские правила есть, поэтому мы решили оттуда уже уезжать. Так что всем давайте, увидимся в следующей рыбалке.